Всем привет, с вами снова райдер команды ProScooter Shop Владимир Бойчук. Сегодня я вам расскажу, как правильно клеить наждак. Для того, чтобы хорошо наклеить новый наждак, нужно сначала сделать старый и обезжирить поверхность, для того, чтобы она была без всяких нюансов. И таких два простых инструмента, просто кусок простой трубки и канцелярский ножик. Ну и давайте мы приступим. Ну вот и все, наждак идеально наклеен. Для этого я использовал трубку, для того, чтобы зачистить все канты идеально, и канцелярский нож, для того, чтобы поотрезать все куски ненужного наждака. Спасибо вам за просмотр, с вами был Владимир Бойчук. Заходите на наш канал в YouTube, лайкайте, репостите. До новых видео!